Небоскреб Алдар в Абу-Даби – чудо современной архитектуры. Чудо современной архитектуры – штаб-квартира Алдар Пропертис в Абу-Даби, ОАЭ. Здание напоминает огромный стеклянный диск, будто стоящий на ребре. В стеклянном здании красиво отражаются небо и морская гладь Персидского залива. Здание расположено в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, и является главным офисом Алдар Пропертис строительной компании на Ближнем Востоке. Здание было введено в эксплуатацию в 2010 году. В небоскребе 23 этажа, на каждом из которых открывается панорамный вид на окрестности. Форма здания символизирует гармонию и бесконечность. В здании могут одновременно находиться 120 тысяч человек. Это архитектурный шедевр, создан специалистами бюро MZ Partners, заслуживает нескольких строительных рекордов. Итак, это первое в мире здание сферической формы таких размеров. В 2008 году признано самым оригинальным сооружением в мире. Здание выполнено в соответствии с самыми современными экологическими требованиями. При строительстве использовались материалы из вторичного сырья, а экономия электроэнергии осуществляется за счет максимального использования естественного освещения. Инновацией в строительстве было то, при строительстве этого округлого с виду сооружения не использовалось ни одного стеклянного элемента изогнутой формы. Вместо них применялись стеклянные элементы в виде треугольников, сочетая которые, строители добились нужной формы. При строительстве было принято решение отказаться от бетонных опор в центре здания и использовать только внешние стальные конструкции. Таким образом, внутренние помещения получились светлыми и просторными. Небоскреб Алдар был построен за рекордные 7 месяцев. Сейчас это здание подчеркивает статус Абу-Даби как одного из самых прогрессивных в архитектуре городов мира.